Всем здравствуйте. За окном уже сугробы, а у меня велосипеды. Смотрите на погоду. Сейчас вот этот молодой человек, вот этот, будет делать трюки под дождем. У меня есть виски, кока и кола. Я мешаю это снова и снова. У меня проблема, к слову, их много. Но мы не выносим ссоры из дома. Поспорим, знакомо, бегу от себя по той пыльной дороге. Сутки не спал, на кого мы похожи. Не сомневался, что это поможет. Неприятное ощущение, как говорится. Я весь в говне. Ну такое. И они обе во мне, но мне хуже вдвойне. Так или нет? У меня белка, мне нужен орех. Взяли таблетки, не брали рецепт. Бледная кожа не сменит свой цвет. На душе камень, моей руке камень. Каменный взгляд. Закончился, приехали, короче, на это, на речку городскую. Да. Ухали со машины. Вот Санёк. Да, сейчас продемонстрируют глубину, вот оно. Но это тут маленькая, тут скат, фейки, да. Все, мы пошли дальше кушать и курить бамбук. Что ты с собой сделал? Что ты с собой сделал? Что ты сделал с собой? Что ты сделал? Подписывайтесь на канал, ставьте колоколы. И там лайк есть, чтобы у нас было очень много подписчиков. Я бабушке покажу, она меня захвалит прям, отвечаю. Так что давайте. А я пошел. Лезет из меня наружу, я копил в себе так души. Думаю, ты просто сдулся. Что ты скажешь насчет этого? Блядь! Такое, блядь! Вставай, еще лобанчик. Такое тебе. Незначная подпыточка в барспину. Оооо, все, на паузу. Стал это нездорово. Я не понимаю, как меня так тянет. Очередной бэтрип мою освежит память. Приехали на спотец, значит, учить трюки. Трехотеп называется трюк, знаете такой? Я тоже видел где-то. Что это, блядь, за байк сейчас? Как вы прокомментируете свои действия? Он не умеет разговаривать. Солнце вышло, жарко. И сейчас не очень, мне нравится все это. Ты с собой сделал.